Брестская молодежь всегда впереди планеты всей, поэтому объявленная экологическая акция по благоустройству Бреста стала своеобразным стимулом для того, чтобы помочь родному городу и сделать его еще краше, чище и красивее. Сегодня юноши из Государственного колледжа связи занимались мойкой остановочных пунктов. Решил так помочь, потому что коммунальные службы выполняют огромную часть работы, косят траву, выбирают участки, ну и сегодня выпала возможность тоже помочь. Так сказать, помыть остановки. Предложили и решил помочь, потому что я живу здесь, и поэтому хочется, чтобы все было чисто. Я очень негативно отношусь к тому, что люди сорят на остановках, рисуют, потому что кто-то это все убирает, трудится над этим, а кто-то приходит и ставит на это все крест. В городе Бресте порядка 200 остановочных павильонов, и каждый из них нужно содержать в чистоте и порядке, а потому данная акция – это еще один толчок к наведению порядка. Ведь лицо любого населенного пункта – это не только чистые и красивые улицы. Каждая мелочь, каждый уголок, каждая деталь создает впечатление о городе. Летний месячник по благоустройству подобного плана – он первый. В прошлом году у нас был по парку войны интернационалистов внеплановый. Но уже в целом по городу, конечно, это месячник первый. Поэтому традиция, я думаю, может даже и надо будет продолжать и в будущем. В рамках этого месячника работы по благоустройству и наведению порядка в городе и будут усиливаться по покосу травы, уборке мусора. Ну и одна из акций – это является мойка навесов стеклянных, которые сегодня находятся на обслуживании в дорожно-эксплуатационном предприятии. И Белорусский республиканский союз молодежи, волонтеры колледжа связи откликнулись помочь коммунальным службам по мытью данных навесов. Поэтому эту работу сегодня мы начинаем. Ну и, думаю, за несколько дней мы все навесы помоем. Такая акция будет проходить весь июнь и июль месяц. И это своеобразный толчок, чтобы каждый неравнодушный брещанин помогал коммунальным службам в наведении порядка, поддерживал в эстетическом состоянии наш родной город Брест.